Вот Женька строит дом, сосед. Конечно, много еще работы, но как только пригрело, он молодец. Блоки все, не все из-за дороги перетянули сюда, на площадку, на плиту перекрытия дома. Первый ряд он уложил. Самый главный, самый-самый. И теперь блоки, которые за дорогой лежали, все Женя сюда перетащил краном. Вот кто хочет, тот строит, невзирая на непогоду, на дождь. Молодец, работа идет. Недавно снег лежал, сейчас как только растаяло, сразу пошла работа. Ребят позвал, все, уровень лазерный, все дела. Все идет как надо. Растворы будут до темноты, наверное, работать. Краном цепляет связку на стропы и вперед.